Пока ну сюда вот на бетончик стою, все, масло. Снег пошел, вот это бред. There's no future of Russian beat scene, because hip-hop was invented in the United States. There's nothing to do about hip-hop in Russia. It's just wasting your time doing hip-hop music here. Мы уже сдохли, so, гнием просто, ребята. So we're just, yeah, we're just dead. Like, we're just dead and be rotten. Бедному вообще. Охуеешь, такое тебе сейчас место отвезу, чувак, ёбнусь. Это все наш хип-хоп, девчонки и пацаны, как всегда в стиле йо, fly girls и b-boys все вместе, come on, come on. Не останавливайся, танцуй в ритме don't stop, ведь это наша жизнь, это все наш хип-хоп. Девчонки и пацаны, как всегда в стиле йо, fly girls и b-boys все вместе, come on, come on. Я тут родился, вырос, всю жизнь тут прожил вообще. На самом деле очень привязан к этой местности. И по сути, ну, все с нее и ничего. Вообще музыку начал писать в 11 лет. То есть это не то, чтобы это мое хобби, не то, чтобы это вот я. Я себя уже без этого не вижу никак. We represent the real hip-hop over here. Me and my bands, crews, mobs. We are the ones who are fucking with the crime scene. Always be original. If you're original and you know, you may take a little bit of a style from different things. I do the same thing. But it still has to be converted into your own technique and own originality so people will separate you from a pack of the same thing. It's all about being original and having your own style. And that's what hip-hop also was about, original style. And then update your style, update your formula. And if you do that and you stay focused on the entire picture, it just turns into success. No matter what, it does happen. Ну, первое, что я помню, это когда я ехал на занятия по брейкдансу, когда мне было 11 лет, и я зашел в магазин музыкальный, спросил у них, а у вас есть что-то из рэпа, хип-хоп такой? Вот меня интересовал вопрос, и мне дали послушать тогда DJ Premier и DJ Kicks. Короче, это было вскрытие. Я был поражен, что есть такая музыка, что есть такая энергия. This little move I'm doing is gonna probably be the move I'm gonna do. We want to explain this stuff because, but I'm gonna do it fly, you know, with a little rhythm and everything. But it's almost like, yo, check the records out. Yo, check this. Yo, this is crazy.
North, see, look, he updated his formula, right? Now you see him, now you don't. He updated his formula. He went from that to boom, bow. Me Dolov. Хороший друг наш из Биберева. Раньше он жил в Биберево, ты жил, да? Миберево. В Миберево. Родился там. He's from Mibirova originally, but now he lives in Mibirova. It's just the opposite side of Moscow, just totally different part of Moscow. With a totally different kind of habitus. Я пишу музыку дома каждую ночь, от заката до рассвета. Но я люблю Москву, здесь мой дом, здесь тепло, здесь моя мама, здесь мои друзья. Я пишу для себя, я такой, как есть, мне не нравится, там, я не ухожу ни в какие другие стили, мне вот нравится хип-хоп, и все, я пишу его. Занимаюсь этим уже полжизни. И, так что легко понять, нравится мне это или нет, и все, я вот ставку сделал, и вообще всю свою жизнь уже поставил на музыку. Я пошел на барабан и с металлами занимался. Ну, там все на меня косо смотрели, а я говорю, я хочу играть, как Westlove и Roots. Смотри, у меня есть 250. Дай 250, и будет как раз 500. Во, от души. Ништяк. Любовь пришла, как сон. На самом деле, особо мы, ну, ничем не отличаемся. Долгое время, бля, просто косили под запад, блядь, и все. В один момент просто переросло нечто большее, и я стал более серьезно заморачиваться над звучанием, над историей, короче. А так вообще, ну, много людей, талантливых, молодых битмейкеров московских и не московских, российских, кто двигает совок. Это наше все, это наше прошлое, наши корни. Наше собственное звучание. Мы должны двигать это. Ну, мне так кажется. У каждого свое мнение на этот счет, понимаешь? Там у нас вообще трое в ковше. Там я могу одно сказать, там ну, мои ребята скажут абсолютно другие вещи. Очень жаль, да, здесь жизни нет. Не приезжай сюда, здесь нет жизни. Можно вам ковер сзади ставить? Не, есть, короче, идеал. Но к этому, я считаю, стремиться. Просто культуру саму поднимать наверх, а не важно, советская, американская, европейская. Я не знаю, братан, как тебе сказать, ну, чем она уникальна? Она на самом деле, ну, ничем не уникальна, там, и уникальность есть нашего, там, ну, звучания, короче, какого-то там коренного, понимаешь, в частности, советского, там, типа, постсоветского какого-то, там, ну, есть люди, там, которые заморачиваются на этот счет, да, там, двигают нашу тему,
Я же там сэмплирую только там советские там, типа, темы, там, например, как я. Я скупаю вообще тонны винил-мелодии, блядь, советские. Здесь сэмплы, которые никто никогда не найдет, никто никогда не резал. Ну, в этом, мне кажется, есть уникальность вообще какой-либо, ну, для музыки. I was already familiar with Lapti and Space Kid. I think Teebs might have shown me Lapti like, years ago. So far, I sent him a couple clips just playing live drums off the 404, and he arranged that a little bit. You know, added some samples off some weird old cassette he had, and just always interesting to see how another person approaches making music that might be in some way similar to what you do, you know? Huh. That's nice. If you look out the window and this is what you see, you know, that's definitely not gonna make the music any worse. So, so I would say, shit, of course, it's a great place to make music. My bad, I got excited. That was way too much for you to hear right now. Было несколько историй, когда шли подростки в плеере и напевали мои треки. Мне вот это больше всего нравится. И меня вот это греет, что почти у всех моих друзей есть в плеере мой музон. Russian beat scene, you know, rugged sound is here. It's like, you can kind of tell there's some feeling and emotion and everything that can come out of a country like this. If I could give any advice, I'd just say, just keep putting it out. Just keep putting the music out. Don't hate the boss. If the bitch wanna choose, gonna take the loss. If a nigga act rude, I'ma take this rock. Cause I only wanna dance with you. Let's go! Bad bitches on the link up. I see you! Hip hop is everywhere. Music is everywhere. There's no one place that great music, you know, sits at. Music goes all over the world. You know, that's the one thing that can bring every race together, just through music. Expression.